Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Известный актер Михаил Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы. Вечером 8 июня в Москве произошло громкое ДТП. Известный актер Михаил Ефремов на своем внедорожнике Гранд Чероки в центре города вылетел на встречную полосу и влетел в ладу. Водитель последний госпитализирован в тяжелом состоянии, а против самого актера, который по свидетельству очевидцев едва стоял на ногах, так как был сильно пьян, полиция заводит уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. ДТП произошло в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади. Михаил Ефремов на своем внедорожнике развернулся через сплошную и практически лоб в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал. Ефремова доставили на экспертизу, которая показала наличие алкоголя в крови. После этого полиция возбудила дело по части 2 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения», совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Эта статья предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Приведем вам рассказы очевидцев об этом ДТП. Ефремов выглядел пьяный. Один из очевидцев рассказал, что видел сам момент аварии. По его словам, черный внедорожник выехал на встречную полосу на Смоленской площади, где столкнулся с белым фургоном. Другая очевидица рассказала, что Ефремов из джипа буквально выкатился, а потом ходил с трудом, шатался. По ее словам, чтобы вытащить водителя фургона из машины, спасатели разрезали кузов. Позже сообщил представитель экстренных служб столицы, пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Ефремов при этом не пострадал. Чтобы извлечь водителя машины «Лада», ее пришлось деблокировать. Еще один очевидец видел, как актера после ДТП сажали в полицейский автомобиль. Он сам залезть так и не смог. Его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался, рассказал собеседник. Также был опубликован видеофрагмент, на котором запечатлена беседа актера с человеком, находящимся за кадром. Видно, как Ефремов, сидя в автомобиле, с явным трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии. «Я понимаю, что ударил машину», — сказал Ефремов. Собеседник подчеркнул, что в аварии сильно пострадал человек. «Так уж сильно. Я его вылечу. У меня денег немерено», – отметил актер. По признанию Ефремова, он не помнит, как произошло ДТП. Отвечая на вопрос, почему актер допустил выезд на полосу встречного движения, он пояснил, что обгонял. При этом он позволил себе оскорбительное высказывание в адрес тех, кто снимал происходящее после произошедшего. Дочь Ефремова, Анна Мария, в сторис своего Instagram прокомментировала ДТП. Она раскритиковала отца за то, что тот ездил пьяным за рулем. «Не маленький, сам уже разберется. Никто вроде не умер», — написала она в ответ на вопрос, почему она сидит дома, когда ее отец в беде. «У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами. Я тут уже ничем помочь не могу», — добавила она. Ефремова заметила, что готова носить передачки в тюрьму, если отца посадят. А как вы считаете, действительно ли актеру грозит тюремный срок? Друзья, будьте осторожны за рулем. Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео!